Друзья, и снова всем привет. Ну что, вновь удалось поймать погоду на Курский залив. Я, конечно же, недолго думаю, надо, думаю, попробовать выбраться сюда. Ну, цель у меня такая, в основном, половить, поискать окуня. Ловить, значит, сегодня я буду на выползке, потому что здесь все-таки лучше именно выползок заходит, в отличие от джига. То есть уже это проверено. Поэтому, как в старые добрые времена, знаете, я этот залив на веслах разбороздил вдоль и поперек еще в конце 90-х, начало 2000-х годов, когда еще моторы, мы даже не знали, что такое, можно сказать, лодочный мотор. В те времена мы также отсюда выходили, там, ну, с других мест. И все на веслицах. На веслицах также искали окуня. Тогда крупная достаточно плотва очень неплохо попадалась. То есть сейчас примерно пойду, наверное, на зимние точки, плюс-минус такие вот места, будем искать окуня. Значит, в этом заливе запрет разрешено ловить. Единственное, на удаление не менее километра от берега. И 500 метров надо отгрести на веслах, прежде чем запускать мотор. Сейчас, пока начал видос писать, меня потихонечку ветром залив несет. Сейчас сяду на весла, отгребу заветные 500 метров и будем запускать мотор. Надеюсь, на сей раз он не поведет. В тот раз он мне немножко дрозда поддал. Не хотел ни в какую заводиться. Ну, сейчас я вам вставлю фрагмент из видео. Была у меня попытка выхода на рыбалку, но безуспешная. То есть основное видео не стал пилить. Ну, как мне удалось решить проблему? Сейчас смотрите. Приятного просмотра. Ну что, прибыл я опять на речку в надежде снова закинуть фидера и половить леща. Но, к сожалению, после вот этих ветров, которые стояли тут позавчера, по-моему, если не ошибаюсь, нагнало просто конкретно воды. Вода примерно поднялась на метр. И здесь просто, ну, такое сильное течение, что несет кучу всякого мусора по реке. Ну, просто ловить на низкоскользящий поплавок, да тут, мне кажется, хоть кирпич вешай, он тут не удержит. Поэтому я решил, думаю, ладно, надую лодку, попробую сейчас выйти на моторе, поискать какие-нибудь затяжки и поблеснить щуку. Думаю, ладно, Коля приехал, не уезжать же назад. Выхожу, завожу мотор, он ни в какую. Вот, ну ни в какую, все, чих-пых было. Несколько раз пытался он схватить. Ну просто ни в какую, блин. Ну думаю, ладно. Вернулся на берег, вспоминаю. Вчера копался в машине своей жены и забыл там у нее, короче, в багажнике инструменты. То есть мне даже открутить свечку нечем. То есть никакой ни отвертки нет. Вот, может быть, карбюратор забился, может что. Потому что такое ощущение, ну, как нехватка топлива. Ну, хотя непонятно. Вроде бы на подсосе иногда пытается схватить. Бывает и открывает подсос, тоже пытается схватить. То есть надо, короче говоря, разбираться. Из набора из инструментов у меня есть такие вот набор часовых отверток. Все, больше ничего не знаю, получится у меня что-либо ими разобрать или нет. Вот, сейчас будем что-то пробовать. Здесь, конечно, блин, чем открутить? Чем открутить? Так, ладно, пока. Уж ножом попробовать. Нож больно острый, не подойдет, не получится, просто не хочется кончик отломать у ножа. Вот. Нож больно не прокатит. Так, пробовал уже свечу открутить, ну, у меня вот только такие из пассатижи, все что есть. То есть пробовал открутить свечу, попробовать так получится. Не. О, так. Сорвал, ну-ка. То есть тупым концом этим, за того самого. Так, сразу крышечку открыть, шурупы складывать. То есть вот так вот все в походных условиях. В жизни у меня много чего приключалось с моторами. То есть еще в далеких, там, начале 2000-х, я помню, прямо в лодке пытался охлаждение восстановить. Сорвало втулку на этом, ну, на помпе, это крыльчатка.
и внутреннюю втулку сорвало. Но мне тогда повезло. Инструмент, слава богу, тогда был в лодке какой-то. То есть я разобрал. И что я тогда помню? Там резина отслоилась от втулки. Я как-то вкрутил шуруп, и там такая, как шпоночка шла. И вместо этой шпоночки прямо вкрутил шуруп. Мотор еще долго верой и правдой служил, потому что, ну, в импортных моторах, как правило, крючатки достаточно надежные. Это не то, что в наших моторах бывает, они спривают резинки. У отечественных, я помню, тоже намучился. Когда у меня была Москва 10, ну, вот откручивается, ё-моё. То есть, походный настроение. Не знаю, что у меня из этого получится. Я, честно говоря, такие видео не люблю записывать. Потом же вы же меня заругаете. Как ты так, без инструмента, без свечи, без это самое. Но да ладно. Поэтому обычно, да, такие вот приключения, правда, друзья, не записываю. Так, вот эта отвертка должна сюда подойти. О, подходит. Так, что, для начала проверить топливо. Мотор легко, контуется легко. Так, сейчас это откроем, посмотрим, что у нас здесь. Там грязи не видно в баке никакой, то есть бак забиться не может. Нет, топливо поступает нормально, все. Теперь еще проверим в этом самом, в карбюраторе. Тут спускник есть. Да, ну, видно, не видно. Эта отвертка тоже должна подойти. Так, открываем краник. Топливо пошло, то есть... В топливе, в общем-то, проблем нет. А вот чем свечу открутить, я даже не знаю. То, что сами они длинные носы, блин, упирается. И так пробовал всяк. Соскальзывает. Нифига не получается. Ну, так, что у меня есть? Есть у меня, друзья, вот это, вот этот инструмент. Сейчас что-нибудь подумаем. Свечка пошла. Пошла, друзья. Ой, ё-моё, тут прямо она залита капитально просто. Смотрите, просто капитально. Прямо. Я сейчас, когда вытаскиваю, прямо капля упала. Ну, в цилиндр прям здесь полностью она была залита, но, к сожалению, запасной у меня нет. Сейчас попробую ее протереть, может быть, расчухается. Вспомнил, друзья, я же езжу на рыбомобиль, то есть на фургончике. У меня все с собой, то есть у меня есть с собой плитка инфракрасная. Сейчас попробую прокалить свечу, и, может быть, что у нас из этого получится. Может быть, завестись-то, да поехать попробовать, половить что-то.
сразу соберу, потому что если вдруг не получится, рыбалка сегодня, ну, по крайней мере, на моторе не будет у нас тогда. Тогда уже поедем на базу, все сделаем. И на моторе уже пойдем в другой раз. Так. Знаете, друзья, просто вспомнил с детства в деревне, где я постоянно у бабушки находился. Мы двумя топорами полтрактора умудрялись разобрать и собрать. Это сейчас пошли там крутые инструменты, там наборы, что хочешь. Тогда же все. Что где, кто работает, то где что стырит. Да, на самом деле, два топора – это самый главный ключ. Один из главнейших в деревне. Не знаю, конечно же, это, друзья, не лайфхак. Ну, просто что бывают у нас и такие вот, такого рода приключения. Ну, знаете, друзья, я думаю, понял, почему он у меня глюканул. Дело в том, что до этого его все время заводил в холодную погоду. То есть последний раз я выходил на нем 19 апреля, как раз последний день перед запретом. А сегодня у нас уже 5 мая. И резко потеплел, тогда еще достаточно такие утрецо было все время, практически морозное. Вот. И я все время его заводил на подсосе, на закрытой воздушной заслонке карбюратора. И то есть он заводился, тарахтел на ней достаточно долго, пока до прогрева. И вообще, когда еще было холоднее, он, то есть практически подсос убираешь, он уже не хочет работать ни в какую. А как потеплело, он уже начинал нормально у меня работать, все как часы. И я сейчас по привычке просто начал на постоянно закрытой заслонке его дергать. И скорее всего по этой причине я свечку и залил. Просто надо... Сейчас вот на холодную запускать надо закрыть подсос, один раз дернуть и тут же его открыть. И тогда, я думаю, все будет хорошо. Ладненько, надо попробовать сейчас завестись, может еще получится у нас на рыбалку-то сгонять. Первого раза, ребят. То есть, друзья, вообще на полностью открытой заслонке он завелся, все. То есть в теплое время года, ну, особенность вот этого так вот. А Меркурий 3.3 также работает. Ну, они, в принципе, одинаковые, моторы. То есть вот, как часы. А я его мучаю на закрытой подсос заслонке, и он мне просто ни в какую, я уже открыл, и дроссель полностью вот открыт, там чих-пых, свеча просто наглухо залила. Друзья, ну, в общем, вышел я сегодня из дома пораньше, часа в 2 ночи, чтобы половить выползка. И немножко подмораживало так, немножко, в общем-то, было несколько проблематично его поймать. Не очень хотел он вылазить. Но, тем не менее, там где-то часик пришлось полазить, штук 100 я поймал. То есть мне на эту рыбалку хватит. Но, в общем, я хотел запасик сделать, потому что через пару дней мы отправляемся с ночевкой снова пробовать ловить леща. Надеюсь, что реки наконец-то войдут в берега, вода немножко прочистится и будут вполне неплохие рыбалки. Вчера, друзья, проводил стрим, и для многих подписчиков, с кем общался, выползок это, ловить выползка это такая несколько диковина, не везде в нашей стране его ловят, поэтому сейчас вставляю кадры, как я его ловил, в общем-то.
Конечно, друзья, для многих будет не секретом, как ловить выползка. Но не все его ловят, не все знают, как это. И не у всех он, в общем-то, возможно, даже есть и вылазит. Я немножко затрудняюсь на этот счет ответить. В общем, я его ищу в основном такие, где протоптанные тропинки, рядом с тропинками, потому что в траве несколько трудоемко его искать. Его найти можно, но поймать проблематично. Ну, а передвигаться надо крайне осторожно, тихонько, крастись, внимательно всматриваясь. Как правило, червь выдает себя блеском, отражением от фонарика. Хоть и нередко его можно спутать с какой-нибудь валяющейся веточкой. Ну и использовать желательно все-таки фонарь, который бьет не лучом, а несколько рассеет и тем самым не отпугивает червя. Потому что червь от яркого света, как пуля, просто сквозит обратно в свою норку. И поймать его достаточно непросто. Желательно запасаться червем после дождя. Он вполне неплохо вылазит. Засушливую пору мы нередко поливали землю водой вечером, чтобы ночью он уже вылез. Нифига, какой ерш-шарик бахнул. Вот это ерш. Такого бери хоть вяль. А заглотил-то. Ёлы-палы. Не, нормально. Смотрите, какой. Короче, друзья, оснастился. Ну, свои, которые удочки ловил на скользящий поплавок. Просто снизу поставил чебурашку вместо груза. Того двойки или тройки, которая здесь стояла. Ну а выше поменял просто поплавок, скользящий тоже поставил. И, в общем-то, ничего тут замудренного нет. Но пока уже это второе место, на которое я прибыл. Одна из зимних точек. Пробуем. Ну, ершарики клюют, это уже второго поймал. И поклевок достаточно много, но все это ерши. Что окунь как клюнет, так клюнет. Тот не разочарует. Так, поближе поплавок подтащить. Ну и сделал поплавок как бы в лежачем состоянии. И при волне он подпрыгивает, конечно. Вроде бы погодку обещали чуть-чуть полайтовее, но это Курский залив, непредсказуемый. Тут можно ждать чего угодно. Даже сейчас ветерок-то не сильный задувает. Ну, сколько метра, наверное, может быть 3-4, а вот уже такое волнение. Но пока я стою пока бортом, на растяжке еще не становился. Вот если найду рыбу, то буду пробовать уже становиться на растяжке. Да, друзья, честно говоря, ерши меня начали... О, это вроде покрупнее. О, просто покрупнее ерш. Одолевают. Выползка обжирают. Наверное, короче, сейчас придется, наверное, место менять. О, нифига себе, ребята. Хорошая плотвина бахнула на выползку. Ну так, как это? Не скажу, что она слишком хорошая для этих мест, но неплохая. Я с нее... Ну, ракушку жрет. Сыпется с нее. Так, надо садок доставать. Такая уже на завялку пойдет. Вполне неплохая рыбина. Освежаем червячка. Не знаю, может сейчас попробовать... Простую удочку без колечку зарядить на опарика, бог его знает. Хотя на такой волне без колечка особо не справишься. Только если на этой удочке поменять крючки, маленькие поставить под опарика. Только если так. Без колечка глубина 5 метров.
без колечка не факт, что справится. То есть на волне будет всего удочка, всего 6-метровка. И будет, грубо говоря, поплавок у самого кончика. Так, ладно, продолжаем. Уже дубасит, не успел забросить. Волна, конечно. Кто-то там сидит. Это этот демон. Конские ерши. Вот они, демоны. Так, надо, короче, место менять, друзья. Иначе счастья не видать. Достанут же. А кушарика не видно пока. Надо искать. Ребята, какая плотвень, ёлы-палы, вот это плотвень, всем плотвеням плотвень, смотрите, какая шершавая, здоровая такая, хорошая, на выползка все. Супер. Короче говоря, друзья, время уже послеобеденное. Я сегодня, что я только сегодня не исполнял. Я столько уже километров намотал, я уже просто не снимал видосов. Ну, поклевка, поклевка, нифига себе, это что такое, возня какая-то пошла. Вообще целый день, ребят, поклевок не было. Ну, давай, давай, давай. Блин, это что я тут исполняю? Вот это я исполняю, скоба не застегнута до конца была. На выползка на нижнего, в смысле, вернее, на нижний крючок. Только что освежал червяка. Прозевал пока. Ну, это может уже был и ёршик. Короче говоря, друзья, я уже что только не перепробовал. То есть я уже на балду, на черта пытался, на плесну топорик. То есть уже третью удочку поставил, которую, ну, на большой поплавок, как, ну, речевая моя оснастка, скользящий поплавок. Ну, они, в принципе, здесь такие же, просто на той остался тяжелый груз. Короче говоря, я уже и крючки перевязывал, мелкие ставил, пытался на парик. Короче, я целый день что-то исполняю. Ходил уже, короче говоря, туда, в сторону Коровьего пляжа, так называемого. Отсюда мне получилось против волны почти 6 километров. Не совсем отсюда, я еще дальше там был. 6 километров, пока шел, весь промок, вернулся назад. Здесь уже я точек уже сегодня сменил, друзья, просто немерено. И вот только сейчас под вечер какая-то вот активность проявляется, потому что я вот уже на одном месте стою здесь, на этом уже даже не хочу ничего менять, думал уже поеду, наверное, сейчас домой от такого бесплатного. И вот такая вот плотинка хотя бы клюнула, такой самичек такой хороший. То есть это вторая рыба, пойманная за целый день. Ну, я ершей не считаю, ершей, наверное, штук 10 я поймал.
Ну что, продолжаем дальше ловить. Пока еще, я думал уже домой ехать. Думаю, нифига, задержусь-ка я еще, наверное, на часик, если ничего не будет. Соответственно, тогда уже этого видео вы не увидите. Вот там долбит, долбит, долбит. Что-то уже чуть-чуть покрупнее. Вот он. Ай, сошел. Первый ёкунь за сегодня. И совсем не размера не того, который здесь в заливе должен быть. Блин, залив разболтало. Что-то там попалось. Даже что-то тащу. Не может быть. Прям вечерочка пошла какая-то, друзья. Целый день просидел. Акушарик. Ну, мелковаст, мелковаст, конечно, для этих мест. До Горбача ему еще далеко. Ну, блин, какая-то хоть вечерочка, ну что-то хоть проснулось. Опа. Какой ершара. Всем ершарам ершара. Расчепирился-то как. Странно, почему-то на эту дальнюю удочку что-то покрупнее клюет. Достаточно далеко от лодки закидываю. Около лодки ничего и не хочет, кроме ерша. Ё-моё! Лещец, друзья, это лещец. Бахнул у меня таки. Стой. Нормальный такой. Фу, крючок оторвал уже в лодке. Фу. Вот такой, друзья, зачетный, вполне зачетный, съедобного размера. Класс. Вот это вечерка. Ну, в общем, вот, друзья, недаром же говорится, терпение и труд, все перетрут. Что целый день наэкспериментированный сегодня, друзья, просто. Я уже, говорю, до третьей удочки даже добрался. Вообще не собирался ее ставить. Был период времени, даже ерш не клевал. То есть черви как насадил, перебрасывал 100 раз и так, и этак. Места менял, и была полнейшая тишина. А сейчас вот как бы под конец хоть лещец бахнул, под самый занавес и поклевки какие-то есть. Правда, вот залив никак не радует, блин, конечно. Наболтался я сегодня целый день уже так. Пятая точка у меня уже практически квадратная. Потому что, ну, волнишка это все. Я даже, честно говоря, уже от безысходности даже попытался немного покемарить, кое-как тут разложился.
Вот, может быть, минут 20 я все-таки кимарну, потому что ночью я практически не спал, занимался ловлей выползка и все в таком духе. Ланика еще чуть-чуть половим, посмотрим, может быть, сейчас на вечерочке что-то хоть может удастся поймать. Вот еще один окушарик, но не той системы. Вот такой вот, друзья. Мелковаст совсем. Я не за таким сюда приехал. Ой, зараза. Уже сидит. О, нет. Это густерка. Ничего такая. А я думал, опять кореш. Такая ничёшная густерень. Такая вот, друзья. Что-то там тоже подсело. Не ёрш, во всяком случае. Почему-то вот этот, блин, кидаю далеко, работает. Я не знаю, почему здесь подлодка ничего не хочет работать. Как у шарик. Фиг его знает, с чем это связано. То ли, может, лодки шугаются, я уж не знаю. Примерно похожи друг на друга снасти. Сложно сказать, короче говоря. Блин, болтанка этот, колбас-парад. Ну, такой вот, друзья. До горбача, конечно, ему далеко, но надо его, я бы отпустил, но я его малость покоцал. Поэтому можно забрать. Плотвичка неплохая бахнула. Все на эту дальнюю удочку. Ёлы-палы. Такая вот, смотрите, красавица. Переливается так. На солнышке играет. Красота. Опа, здесь что-то бахнуло. О, акушарик. Что-то вечерочка, друзья, пошла. Хоть окунята не крупные, но все равно какая-то возня-то идет. Вот такой вот. Опять на дальний, ребят, сработало. Я вижу, смотрю, поплавок в сторону отъехал. Плотва такая, ёлы-палы, батончик такой хороший, хорошая плотвень. Я уже, ребят, не поленился, еще одну удочку точно так же снарядил, туда же пульнул. Просто так, может, подумал сперва, может, там место какое-то, рыба стоит, фиг его знает. Думал сначала переехать, но потом прикинул, на таком ветру, пока выберешь якорь, пока, грубо говоря, переедешь, пока мотор заведешь, и тебя уже унесет неизвестно в каком направлении. Поэтому лучше я отсюда издалека буду на бум кидать и... пока еще, может быть, чего-то успею половить.
Ну вот такая вот вечерка, ребят, вот, понимаете, к вечеру что-то пошло и поехало, это ж так, надо ж так, целый день-то я сегодня мучился конкретно, причем. Снова на этой удочке сидит что-то. Красота какая. Вот это я понимаю. Вечерний выход, вечерний жор какой-то. Ребята, просто турбоклёв начался. Я поклёвки-то я, в общем-то, не вижу. Просто забрасываю, пару минут стоит, вытаскиваю, кто-то сидит уже. Вот, акушарик. И голые крючки. Ребят, это трэш какой-то, это просто трындец. Просто забросил, подождал 3 минуты, тянешь, уже рыба сидит. Как всегда, вовремя телефон. Такие сопротивления. Сирень-то моцная, подбагрилась. Такая красота. Вот эта бомба, не рыбалка, вечерка пошла. Да, тут турбоклёв, ребят, вечерний просто. Опять густера неплохая. Я уже себе на завялку наковырял, друзья. На неплохую. Вот это я понимаю. Супер просто. Просто супер. Причем сам прикол, что вторая удочка снаряжена примерно так же, тоже так же с поплавком,
На нее не хочет. Клюет только на эту удочку. Не знаю, в чем прикол. Все примерно одинаково. Только разница в поплавках. Здесь 60 грамм, там 50. Примерно на такой же высоте и поводки связаны. То есть она вообще молчит. Это постоянно, блин, вон, сами видите. Тащу да тащу, тащу да тащу. Ну, бывает, конечно, поклевку видно. Жалко, с камеры я на таком волнении не добью. Где-то, ну, метров 20 откидываю от лодки. Поклевку, ну, то видно, то не видно. Вот. Ну, в любом случае, пару минут стоит, поднимаешь, уже рыба сидит. А вот вторая удочка вот примерно туда же заброшена. Вообще молчит. Даже парадокс какой-то. Все плюс-минус одинаково на такой же высоте поводки. На эту удочку клюет и на верхний, и на нижний крючок. Фигня какая-то. Фартовая удочка, что ли? Надо ее пометить. Просто, друзья, я вообще не заряжался сегодня на бель. Я даже не думал, что я буду белой рыбой увлекаться. Если бы я планировал ловить белую, я бы, конечно же, встал бы на растяжке, закормил бы точно место. Но мне хотелось найти нормального окуня, но, к сожалению, мне это не удалось. Возможно, все-таки он уже отправился к берегам на нерест. Может быть, по этой причине, не знаю. Может быть, он сегодня просто в отказняк не хочет клевать ни в какую. То есть... Красота, вечерка, я прямо, ух, прямо, друзья, ой, блин, прямо такая душа поет. Фух, класс, класс. Уже пол лодки воды накидала. Вот. Ну, сейчас уже надо будет в скором времени собираться, потому что уже солнце невысоко. Пока доберешься до берега, лодку надо помыть. Тут у меня и, короче говоря, вот такая атомная война на волне тут. Я и падал в лодке, и червей растоптал, тут навозников раздавил, тут плавают, короче говоря. На таком волнении, конечно, ловить далеко не самое комфортное удовольствие. Фу, друзья, малость хоть постоять, размяться, ноги офигели целый день на воде. Но все-таки я какого-то результата-то достиг в любом случае. Настроение сразу, на высоте настроение поднялось. Ай, ляпота просто. А, ноги, это... Знаете, друзья, вспоминаю старые добрые времена, когда мы в этот залив ходили на веслах. А раньше-то лодки какие были? Никакого там тебе жесткого дна. Помню, ходили, лодка такая была, ЛАЗ-5. За целый день так наболтаешься, просто нагребешься от души. И всегда помню, когда приходишь на берег, просто ползешь практически на карачках, искать в поисках какого-нибудь пенька, чтобы присесть, потому что ноги, как у космонавтов, просто атрофируются за день. Сейчас, конечно, уже лодки не такие, можно встать, постоять в любом случае. Ну, это у меня, конечно, дно-то такой настил я сам кинул. Вот, ну, в общем, красота, друзья, красота. Я сегодня, блин, вы не представляете, сколько у меня эмоций, когда целый день, и причем уже не первый день, а ты рыбачишь, можно сказать, по нулям. И думал, ну, сегодня, неужели сегодня третья рыбалка такая вот будет? А, друзья, исправно сидит рыбеха, исправно, просто исправно. Постоял, ноги немножко размял, вытаскиваю, уже есть. Я вообще валяюсь от такого вечернего выхода. Ух ты, дуплет, ребят, дуплет просто. Вот это я, блин, я не знаю, у меня нет слов. Шершавенькая плотвень. Смотрите, какая пузатенькая. Жадно как, на выползка, елы-палы. Вот такая вот красотуля. Так. А вторая молчит, вообще молчит. То есть я ее, ну, перед этим проверял. И черви на месте, а ловит только эта удочка. В чем прикол? Причем кидал я даже в то же место, что и это были моменты. Так, ждем пару минут и снова поднимаем.
только сказал, что эта удочка молчит, на ней тоже что-то сидит. Хотя долго она молчала, ничего даже на ней не обгрызала. Я их по очереди проверяю. Ёлы-палы, батоны, блин. Вот это батоны пошли. Вот это вечерка. Смотрите, какая, друзья, красота. Просто бомба. Смотрите, какая красивая завялка. Красивая завялка пивного шикарного размера. Ребят, перебросил эту, на этой сидит. Просто. Я не знаю, у меня нет слов просто. Просто нет слов. Ну, это такая некрупная плотвичка. Блин, вообще. Фух, класс. Просто класс. Честно говоря, надо было все-таки знать бы, где упадешь, соломки подстелить бы. Знал бы, я бы заряжался, честно, в общем-то, на плотву бы лучше. Потому что надо было бы тогда немножко, ну, другое оснащение, в общем-то, попробовать. Вот. Закормиться, встать четко на растяжке. Было бы несколько по-другому. Ну, хотя, думаю, может быть, вряд ли. Она, наверное, скорее всего, только вечером начала клевать. Потому что до этого я столько мест сменил. У меня вот с утра одна плотвичка. Или две плотвички, я уже не помню. И потом все. В течение всего дня тишина. Перебросить, блин, как-то неаккуратно получилось. Как бы черви не послетали. Вот тут бац, такая вечерка. Может, просто там место такое. Может быть, снасть сама работает. Ну, вот эта удочка, конечно, точно. Черви улетели. Что-то у меня тут перехлёст какой-то был, что ли. То есть, сложно сказать, друзья, причину. Вот эта удочка работает. И опа. Отлично. Ждем пару минут. Держу в руках удочку, чувствую прям в руку поклевки. Так вот, ветерок боковой. Подсек, не подсек пока. А, подсек. Прям в руку поклевку чувствую. Потому что на поплавке не поймешь толком. А в руку все прекрасно чувствуется. Батончики, батончики, мои батончики. Суперская плотва, посмотрите, какая, ребята. Видали? Вообще огонь. Вот это батоны. Ой, и на второй удочке выколдовал в руку поклевку, подсек. Подлещик. А, такой неплохой тоже, смотрите, какой красавчик. Такой вот.
Ну все, друзья, рыба хоть и продолжает клевать, но пора уже бежать в сторону машины, потому что солнце уже невысоко. Пока сейчас дойду, пока догребу, пока еще лодку помыть. Пусть я, конечно, тут над этой болтанкой тут засрал ее капитально. Ну, в общем, все мои мучения оправдались. Я получил колоссальнейшее удовольствие, пусть такого трудового дня и предыдущих трудовых таких рыбалок. То есть душу я конкретно отвел. Хорошую завялку я себе наловил. Надеюсь, своим хорошим позитивным настроением с вами поделился. Ну а мне пора, друзья. Как всегда, всем желаю здоровья, всем ни хвоста, ни чешуи. И до новых встреч на водоемах. Все, всем пока.